самый ответственный человек — это Дима Горлянский. Он очень долго и упорно готовился к сегодняшнему вечеру. Так, а вы готовились к сегодняшнему вечеру? Поднимите руку, кто готовился. Раз, два, три, четыре, пять. Я не музыкант. Пять, да, человек? Ты не готовился, ты бухал вчера в рок-баре. Так. На нем поспал. Я тоже не готовился, если честно. Но? Что, все? Да? Ну, вот такая вялая хуйня будет у нас. Как бы группа Scorpions, блядь. Но если вы знаете группу Scorpions, то по сравнению с Prodigy это вялая хуйня, вы знаете? Да. Нет более унылой группы, чем группа Scorpions. А еще есть такая унылая группа, как Foo Fighters. Вы знаете об этом? Нет. Вам всем нравится группа Foo Fighters? Ибо мне жаль вас. Потому что сегодня будет ебашить со сцены группа Prodigy. Ну как сказать, грубо проще, мы будем имитировать, что мы хуярим. Короче, мы всю жизнь прожили где-то в Great Britain и такие приехали в Нижний Новгород в рок-бар, чтобы заебеть и разъебать его к хуям сегодня. Да мне похуй, что ты сейчас мне говоришь, потому что что? Импровизация наша, все. Все, все готовы, все готовы. Вы готовы? Бля, вот так вот, знаете, вот опять же, на моих похоронах будете кричать: «Ву! Вы готовы, нет?» Хорошее начало. Ну что, погнали? Погнали. Без Димана? Нахуй Диман нам нужен. Я ухожу, пацаны, я ухожу. Давайте поаплодируем.
ну что, у нас первый пошел.